внедрение, порядок отбора победителей будет подобен разработке. Алексей, ждите информации, в ближайшее время, думаю, прояснится. Посмотрите презентацию председателя правительства на ЦИПРе в Нижнем Новгороде. Там много подсказок о том, как будет поддерживаться внедрение и какие возможны конфигурации. Если Елена Кочетова, если первый этап заканчивается 31.12.2022, то второй этап должен начинаться 01.01.2023 или по факту 09.01.2023. Но давайте посчитаем. Если первый этап заканчивается 31.12.2022, то, согласно конкурсной документации, этап реализуется последовательно, без перерывов. Каждый следующий этап начинается на следующий день после окончания предыдущего. После 31 декабря 2012-2022 то следующий день у нас 01.01.2023. Речь идет о календарных днях. Да, вот такая вот история, что мы пишем календарные дни про этапы. Поэтому правильный ответ, Елена, 01.01.2023. Елена Корнеева. Если наш проект начался с января 2022 года, мы подаем на грант сейчас компенсации периода с января 2022 года по настоящее время. Как скоро компенсированные средства отражаются на грантовом счету? И могут ли они идти по зачет средств софинансирования 20% за следующий период? Елена, смотрите. Вы с января 2022 года предусмотрена возможность компенсации расходов, которые в этом финансовом году и не более чем за полгода до даты подачи заявки. Здесь, ну, я с грустью могу сказать, в случае, если ваша заявка отправится на доработку и будет подаваться еще раз, то этот хвостик немножко сдвинется. То есть для таких проектов это, конечно, беда. То есть для остальных не так страшно. При условиях раздельного учета вы, соответственно, получите грантовые средства, и те средства, которые вы потратили свои, они станут опять своими. Указывать ли их как софинансирование за следующий период? Но в презентации на первом этапе, наверное, не стоит достаточно писать, что собственные средства. Если эксперты будут спрашивать, можете сказать, что в случае финансирования у нас такая математика, в случае поддержки нашего проекта. Но обязательно раздельный учет и не раньше, чем за полгода до подачи заявки. Можно ли подать заявку до нового релиза? У нас доработка замечания. Можно, нужно, очень ждем. Просто то, что до релиза вы загружаете бумажную справку, после него у вас такой возможности не будет и не нужно. Добрый день. Появилась ли новая форма соглашения, заключая подобный конкурс? Она в высокой стадии готовности. Как только появится, следите за новостями на сайте РФРИГА. Андрей Кочешков, не могли бы вы прокомментировать два вида электронных подписей при подаче заявки? Андрей, мне не очень понятно, какие два вида электронных подписей при подаче заявки. Да, заявка, поданная на ИПГУ, считается подписанной простой подписью. Если она УКЭПом подписана, такие мы тоже принимаем. Ну, если вы другую сильно квалифицированную подписью подпишете. Так, Алексей Никифоров. Форма справки не изменится? Если изменится, то форма справки будет на ИПГУ? Я к Андрею Кочешкову вернусь. Электронная подпись квалифицированная, мы можем принять, потому что она оставляет артефакт на документе, и там написаны даты, когда он подписан, все, что там, все, что связано. Форма справки не изменится. По поводу формы справки, мы работаем, опять-таки, над тем, чтобы формировать артефакт подписи ИПГУ, и форма справки определяется не нами. Она в конкурсной документации следует из 550-го постановления и других документов правительства. Мы, соответственно, если там будут какие-то изменения, то мы справку тоже поменяем. Василий Андреев. Илья, извините, что вопрос не по теме вебинара. Буду признателен, если расскажете, когда конкурс по внедрению будет запущен и в каком формате, как в прошлом году. Отвечал на этот вопрос с учетом того, что на ЦИПРе прозвучало. Очень высокая вероятность, что будет с полным учетом того, что звучало на ЦИПРе. Что означает срок мониторинга и сколько длится этот период? Срок мониторинга, он включает себя до достижения всех результатов проекта. То есть, когда вы должны закончить мониторинг, то есть полную коммерциализацию. Вы заканчиваете проект, и потом у вас этап включения в реестр, если необходимо, и коммерциализация. Вот срок мониторинга – это до окончания коммерциализации. Вадим Агарков, поясните, пожалуйста, если часть денег будут собственными средствами компании, а часть внесены единственным учредителем, может, генеральный директор, то как это указывать? Смотрите, еще раз, генеральный директор – физическое лицо, его средства не могут быть средствами софинансирования. Как только эти деньги станут деньгами компании, они становятся деньгами компании.
Поэтому не надо дразнить нас, напишите про то, что какое-то физическое лицо участвует в софинансировании. Это не предусмотрено 550-м постановлением. Петр Васильев, когда будет грантовый комитет, когда его можно будет посмотреть? Опубликуем на сайте информацию о первом грантовом комитете, чтобы как-то результаты его можно было отследить. Как только будет информация, мы опубликуем. Так, если подавать заявку завтра, то какую дату начала первого этапа разумно указать? Ставьте ту дату, которую у вас в проекте предусмотрено. Поймите правильно, тот проект, реализация которого зависит на 100% от того, дадут вам грант или не дадут, он, скорее всего, по всем параметрам, ну, будет с изъянами. Эксперты это быстро выяснят, поймут, что в рынке такой проект не летит. И если там нет какого-то суперобоснования необходимости грантовой поддержки, будет сложно. Поэтому мы исходим из того, что проекты реализуются независимо от того, получат они грант или не получат грант. Но если грантовая поддержка будет предоставлена, то будет реализован более качественно, в более короткие сроки, более эффективно и, соответственно, импортозамещение и конкурентные преимущества по отношению к иностранным аналогам будут более ярко выражены. Если компания получила грант от СИН, но на другой проект, нужно ли ставить «да» в разделе информации о ранее полученной? Если у вас завершился этот проект, обязательно ставьте «да». Но, в принципе, напишите о том, что вот сейчас вы его получили. Для чего? Потому что мы проверяем. У нас в грантовом комитете есть представители институтов развития, и по 550-му постановлению не может быть на этот проект не может быть финансирование из других источников государственных денег. Поэтому проследите еще, чтобы у вас не было пересечения команд. Так, Альбина Демидова, вопросы. Должны ли этапы быть равноценными по времени? Не обязательно. Главное, соблюдайте требования к длительности этапов и последовательности, чтобы каждый следующий начинался сразу после окончания. То есть не должны пересекаться этапы между собой, не должно быть между ними перерывов. Обязательно ли софинансирование от общей стоимости проекта? Должно быть равномерность, но между этапами. Равномерно не обязательно, но по каждому этапу не менее 20% должно быть софинансировано. Допустимо ли использование ВБС? Что такое ВБС, не очень понятно. Только на последнем этапе, например, дата... Ну все, дальше ушел, Альбина не знает. Евгения, дата справки должна соответствовать дате подачи заявки и презентации? Или дата последний день предыдущего месяца? Дата справки не обязательно должна соответствовать дате подачи заявки. Она должна быть не... не позднее справки из будущего, наверное, принимать нам будет сложно. Вот. И, соответственно, да, если она выдана в последний день предыдущего месяца, такая справка будет зачтена. Сколько денег потратите на разработку и на внедрение? Здесь пойдет. Нет такого разделения, Петр, поэтому как грантовый комитет будет рассматривать проект? Или немного нелогично сейчас, особенно важное импортозамещение, и стартап рассчитывает на поддержку государства. Вы говорите, что если проект остро нужен грант, без него сложно сделать проект, вы грант не предоставите. Я не говорил о том, что грант не предоставится. Я говорил о том, что конкурентные преимущества такого проекта будут менее ярко выражены. Соответственно, если и ну, поймите правильно, 550-е постановление – это не субсидия, это грантовый конкурс. Соответственно, самые сильные проекты по сложному системе критериев должны получать грантовую поддержку. И то, что касается стартапов, здесь риски очень высокие, в критериях оценки риски так или иначе тоже будут играть роль, эксперты будут смотреть. Тем более, что требование возврата гранта в случае недостижения результатов проекта, оно для стартапа выглядит, ну, как бы любой стартап, совсем который начинается, да и черт с ним, что с нас взять, мы только начинаем. Да. Поэтому смотрите внимательно. Есть другие меры поддержки, венчурные фонды для стартапов, PsiFree, другие институты развития, посмотрите. Если проект с российским классом ПО, то указывают все, по классу можно. Да, здесь я не указал, в новом релизе будет возможность выбрать несколько классов программного обеспечения, в том случае, если ваше решение развивает несколько классов. Сейчас заявки тоже можно указать несколько, но прошу указывать из четвертого столбца приложения 9 конкурсной документации, которое жирненьким выделено. Там как раз наименование класса ПО указано. Если вы указываете наименование там, краткого раздела, краткое наименование раздела, то мы пишем вам замечание, как рекомендацию исправить. Потому что мы, в принципе, понимаем, что, может, вы заявляете весь пул
проектов из этого раздела, но выглядит это всегда не очень. Означает, что либо у вас совсем не человек, который в классе ПО способен разобраться, либо с документами какие-то проблемы. Так, Наталья Башурова, наверное, правильно. Если у нас не исключительные права на ПО, так, планируется увеличивать срок коммерциализации, вопрос правительства, что за справка, оставлю без ответа. Если у нас не исключительные права на ПО, которые хотим доработать, при этом с правом модификации, и мы будем обладать исключительными правами на результат проекта, можем ли мы претендовать на проекте? Смотрите, если у вас не исключительные права на ПО, которые хотите доработать, при этом с правом модификации, вот это самое право должно быть зафиксировано с тем, что у вас есть право на у вас возникнет исключительные права на результат. Это в явном виде должно быть прописано. То есть, если вам дали лицензию, то эта лицензия должна предусматривать. Если вы там приобрели права, то тогда, соответственно, эта история в явном виде. На первом этапе у вас эксперты устно спросят, и вы должны будете устно про это рассказать. Если поплывете, ну, вот прямо не сможете объяснить, запутаетесь, скажете, да черт его знает, есть у нас права или нет, это может стать отсекающим критерием. Поэтому уверенно говорите, смотрите, эксперты с ваших слов запишут. Если предъявите документ, там, в экран выложите или в презентацию вставите, это тоже добавит вам уверенности баллов каких-то перед экспертами. Поэтому смотрите, ориентируйтесь по ситуации. Но именно документарное подтверждение на втором этапе обязательно потребуется, документальное. Какая минимальная сумма грантов, Андрей? 20 миллионов минимальная сумма грантов. Андрей Бушуев, просьба уточнить пункт конкурса документации по возмещению затрат. В смете реализации проекта может предусматриваться возмещение затрат получателя гранта за счет средств гранта в случае, если они понесены в соответствии с видами расходов. Предусмотрен с настоящим пунктом не ранее начала финансового года, в котором принято решение о признании победителя гранта победителем конкурсного отбора при условии документального подтверждения получателя гранта раздельного учета затрат на реализацию проекта. Услышал про срок возмещения затрат на период не более полугода от даты подачи заявки. Да, все правильно, но нам можно было все не читать, в конце прочитать. Требование к проекту заключается в том, что он должен начинаться не позднее, чем за полгода. А если он еще не начался, то и возмещение затрат быть не может. Пункт 1.6 заявки. Не совсем понятно, что ответить. Можете прокомментировать. Теперь надо саму заявку вспомнить, что там в 1.6 заявки. Алексей Никифоров, напишите здесь, чтобы мне не лезть сейчас. Ошибусь, у меня два варианта в голове крутятся. Так, тогда ответим. Елена Кочетова. Если проект заканчивается в апреле 2023, то расчет сроков коммерциализации начинается с апреля 2023 года или с января 2024 года. Если срок ранее 12 месяцев. Коммерциализация считается по итогам календарного года. Есть федеральный закон об исчислении времени, там календарный год с 1 января начинается. И, соответственно, расчет начинается. Если у вас проект заканчивается в апреле 2023 года, то коммерциализация будет считаться по итогам 2024 года. Если сумма прибыли в первый год меньше 50% суммы гранта, что будет в этом случае? Если сумма прибыли меньше по итогам календарного года, следующего за окончанием проекта, то по нынешней версии соглашения 100% возврат гранта. Если это будет в новой версии, там, ну, пока она не опубликована, будет система частичных штрафов для того, чтобы не губить проект. Все-таки ситуация изменилась, сейчас сложная ситуация в экономике. Можно ли включать смету бизнес-аналитиков? Если они непосредственно включены в проект, в разработку, в доработку решения, и вы это можете обосновать, можете попытаться. Но лучше все-таки ограничиться разработчиками, ограничиться остальными. Но ни в коем случае нельзя включать хозяйственный персонал, их, там, генерального директора, руководства, тех, кто не принимает непосредственного внимания работы в проекте. Обосновывайте. Так как смета будет на втором этапе, по предыдущей конкурсной процедуре 2021 года, вы, если не угадали, могли бы если не угадали, то тогда могла быть заявка отклонена, замечание, одна попытка исправить. Сейчас у вас будет несколько итераций в разговоре с экспертами фонда, мы придем к нужным формулировкам. Так, здесь есть.
Когда говорится о срыве сроков коммерциализации, средства гранта придется вернуть. Как-то возможность у компании этих средств нет, и она обращается за грантовую поддержку. Если у компании нет этих средств, и компания нестабильная, там у нее сумма ее выручки по реализации ПО в сумме гранта меньше единицы значительно, там, больше единицы, в общем, понятно, что у вас денег значит меньше, чем вы обращаетесь за грантовой поддержкой, то у вас будут очень низкие баллы, и вероятность поддержки будет ниже. Конечно, за супер бомбического проекта можно вытянуть эту историю, но, тем не менее, будет делаться. И да, дальше будут включены государственные инструменты принуждения по возврату гранта. Надеюсь, никого это не коснется из нашей аудитории, из всех наших заявителей. Вот тут про УГТ-1 пишут, да, попробуйте в текущих реалиях заработать за год условные 100 миллионов, даже если ваш уровень готовности технологии, ну, тут УТГ, 8-9. Коллеги, речь идет не о выручке, речь идет не о прибыли, а о выручке. И, соответственно, да, действительно, получается, что проекты по 550-му постановлению по тех, которые с высоким коммерческим потенциалом по НТРК разработки. Эти вопросы я все отвечал. Можно ли на грантовом комитете продемонстрировать дополнительную презентацию, помимо той, которая была направлена в заявке? Это отдельная беда. Вы подаете заявку, подаете презентацию, а потом на экспертной оценке запускаете какую-то другую презентацию. Эксперты в недоумении, мы тоже в недоумении, потому что поданы одни документы, демонстрируются другие. Тут очень сложные процессы. Хорошо, если мы замечаем, мы просим запустить все-таки ту презентацию. Если она нет, то пишется замечание, эксперты сердятся, снижают баллы, злятся. И Екатерина, да, как бы вообще это сложная юридическая дилемма возникает. На грантовом комитете, скорее всего, презентацию будем запускать мы. Вы ее будете только листать. Иначе возможны неожиданности. Тем более, что грантовый комитет – это публичное мероприятие, и какую картинку там разместят на слайде номер 3, сам сначала, предсказать очень сложно. Если она будет эротического содержания, то мало ли чьи-то чувства могут быть оскорблены. Так. Вот, один сейчас написали, были ли проблемы, заявка, соответственно, тематики, все, здесь пойдет. Можно ли здесь заявка, соответственно, тематике про 1.6. Еще раз. Тематические грантовые комитеты, когда они начнутся и если они начнутся, об этом будет публикация на сайте Airfreda. Сейчас таких нет. Ставите там смело нет до 8 числа и потом, соответственно, тоже выбираете нет комитет. Была проблема со связью. Так что за справка? Раньше не было справок никаких. Справки были с момента основания 550-го постановления. Форму справки вы можете посмотреть в формах документов на сайте Airfreda, а также, когда вы по ЕПГУ идете по форуму, дойдя до справки, там есть скачать ее шаблон. Скачиваете, заполняете данные, ставите дату, печать, подпись на бланке организации и загружаете скан на услугу. Отвечал уже. Если подам проект завтра, когда Airfreda проверит мою заявку? Если подадите завтра, трудно прогнозировать, зависит от сложности поданных проектов, потому что некоторым приходится там собирать целые консилиумы для того, чтобы принять решение. Но сейчас мы выходим на то, что около 10 рабочих дней. То есть 2 недели, там, плюс-минус, может чуть больше. Все еще зависит от того, сколько людей подаст заявку. Но вдруг завтра еще подаст. Тогда, к сожалению, очень увеличится. Может ли быть включено, мы и так у КД 10 заявок в неделю обязаны брать. Берем сейчас в неделю по 80, даже больше иногда. Может ли быть включено в поддержку разработка видеоуроков, если ПО связано с образовательной деятельностью? Так, разработка видеоуроков, если ПО связано с образованием. Смотрите, смету мы будем с вами писать на втором этапе, поэтому нужно будет смотреть, что такое это разработка видеоуроков. Это часть решения или не часть решения? Здесь будут с экспертами. Это уже экспертный вопрос. Я бы еще что-то посоветую, а потом выяснится, что соседние модули, они как-то так обрамлены, что эксперты не поддержат. Защищайте на грантовом комитете. Смету, стоимость сейчас детализированно подавать не надо. Даете стоимости этапов. Если грантовый комитет вас поддержит, тогда будем смотреть дальше. Мы разрабатываем ПО вместе с... Да, про это говорили, часть решения. Дополнительную презентацию. На данный момент прошли какие-то заявки до грантового комитета? Да, прошли их немало, довольно много, и мы рассчитываем, что будет еще больше. Все именно. Екатерина
Челмакина. Если на втором этапе в ходе итерации с экспертами Арфрид по смете сумма сметы будет перераспределена по этапам, уменьшена, увеличена, мы ее сможем корректировать в презентации по всем документам заявки. Нас не отклонят по критерию соответствия заявки портфеля проекта грантовому комитету. Нет, не отклонят. В этом случае главное, чтобы проект остался тот же самый, сумма была в параметрах, и эксперты как раз должны будут оценить, что содержание проекта из-за того, что смета перераспределяется, она не изменилась. Потому что понятно, что в процессе второго этапа будут доработки, будут какие-то изменения, мы будем это дело фиксировать. Главное, чтобы проект остался тем же самым. То есть содержательные критерии смотреть. Спасибо. Можно ли подать заявку на доработку решения нового функционала, который ранее получала поддержку от Арфрид уже внесенного реестра? Если ранее получала, и это совершенно доработка, идет, то на текущей у вас государственной поддержки нет, подаваться можно. Но все это надо бы тщательно прописать, разобраться, и, конечно, мы будем проверять, чтобы не было дублирования. При доработке очень важно знать, было, стало, и эксперты будут спрашивать, что же у вас поменялось. Очень важно. По вопросам мы ответили. Посмотрим еще здесь два. Подскажите, пожалуйста, добрый день, софинансирование компании по состоянию расходов. Зато мы указали также расходы НДФЛ. Эти расходы возмещает фонд. Правильно ли это? Да, правильно. Идет. Подскажите, пожалуйста, посмотрите вебинары по составлению сметы. Там такие вопросы очень тщательно разбирались. Их как минимум два выложены на сайте. Подскажите, пожалуйста, если ранее организация получала грант на данный продукт, он в работу запущен 10 лет назад. Можно ли получать новый на полную доработку этого продукта и уже регистрировать его, сколько огоньков, рейтинг критерий, и уже регистрировать его в Минцифре? Сложный вопрос, надо смотреть, как есть. Если получали грант, а продукт не завершен решением, то тогда, наверное, возникнут какие-то проблемы. Если у вас продукт завершен и вы хотите дорабатывать вот, на полную доработку этого продукта и уже регистрировать финансирование, то почему нет, надо смотреть. Именно на этот проект вы не получаете финансирование, но надо смотреть, будет в процессе эксперты. Эксперты, на то они эксперты. Их будет аж от 3 до 8 человек, которые будут с вами беседовать, чтобы дойти. Моя задача – процедура, и чтобы от первого до документа, до соглашения, которое тоже я подпишу, с выдачей гранта, все документы были правильные, хорошие, и у вас, и у нас не возникнет проблем. Всем желаю успеха. О, Александр Муравьев предложил поддержать огоньком. Да, спасибо, дружно жмем огонек, ждем, идем на рекорд. Спасибо большое, мы ответили на все. Ну, последний. Можно ли задать заявку от вновь созданной организации? Можно, но срок ее существования будет указывать экспертам о том, что, возможно, ее недостаточен опыт. Готовьтесь к вопросам по этому направлению, потому что в критериях оценки и оценки, и экспертизы это есть. Затем, уважаемые коллеги, давайте заканчивать. Вот крайний. Еще такой вопрос. Для общего понимания, если разрабатываемое решение разрабатывается для импортозамещения зарубежных фотостоков, может ли оно претендовать на грант? Это же зависит от класса ПО, которое вы рассматриваете. Поэтому надо смотреть проект. Была там, да? Смотрите внимательно, потому что импортозамещение зарубежных фотостоков, какой класс ПО это входит, это большой вопрос. Надо смотреть. Друзья, очень приятно с вами общаться, и всем желаю успеха на конкурсном отборе. Поверьте, мы делаем все для того, чтобы обеспечить юридическую чистоту процедуры. Берем на себя даже иногда повышенные риски, когда можно трактовать что-то в пользу участника. Просим относиться с пониманием, с уважением. Работают живые люди, работают для того, чтобы поддержать, в первую очередь, самые сильные проекты, которые дадут современные передовые решения, конкурентоспособные не только в России, но и в мире. Я всем желаю вам такие проекты реализации, чтобы вы добились успеха. Все, спасибо большое. Поставьте плюсик, нажмите огонек, если было полезно, хорошо. Видеозапись выложим. Презентацию тоже поставим. Все, ждем релиза. И анонсирую, в четверг будет вебинар по изменениям в конкурсную документацию. Они все улучшающие, так сказать, процедуру.
добавится немножко перечень.